Успляжу. А ты сможешь затащить следующую катку? Сделай ставку на себя. Выиграй и забери свои деньги. Первая ставка бесплатна. เตะนั่นได้ดูของ RDP ก็ไปแบ็คโคโอ้โหคอมโบโอ้มายก็อดเร่งมาชนแต่ก็ไม่ได้แต่ก็ยังได้อยู่ครับท่านเดินบูเบียผมเรียบร้อยไปเคนพีตายครับผมDon't fucking war, piece of shit. I fuck your dead mother. If you talk again, I break all my items. If I hear you on the microphone one more time. Ебай, не, это рэп? Да. Я не пиздил смайлы папича. Покажи, у него такие же. Или иди нахуй. Ах, да, у него на этом сайте даже аккаунта нету. Упс. Ты нихуя себе! Они сейчас могут напасть на нас. Блядь. Уаа! Пары. Ну, 10 лет с Владосом играем так-то вместе. Over this, which feels kind of bad, honestly, but, you know, like, oh! K-Zulu, for all those educational alchemist games. Look, people are just giving me. Thank you, K-Zulu. Toxic Siege Bracers. That's for me, dude. Thank you. Fuck off, fuck off, and red up. Oh my god. It's also a base recreation. Yeah. Okay. Si je le mets de là. Mais putain, mais revenez! Вот то, что сейчас выпадает, то, что сейчас выпадает, я просто удаляю нахуй склад. Я на Рубика смотрю, а он еще тут. Все! Блядь, ну все! Типа, ха! Ха! Аи! Я доволен. Да, я могу удалить. Не, ну типа, я сказал, сделал. Че вы думаете, блядь, шутки будут шутить? Да вы дураки, я, блядь, на Рубике не играю, нахуй не Рубик. Я чисто так для галочки, что я могу выбить все. Мы пикаем или рандом, парни? Вот просто вот если сейчас ОД возьмем, то закрывочка будет прям вообще неплохая. Так, мне кажется, медуза кончена, на самом деле. Хотя... Можно и медузу. Осталось 10 секунд. Наведи на ОД, он возьмет. Наведи, Семен. Не на ОД. Бля, ну на самом деле вообще какой-то... Я аспект все заруинит, я уверен, с этим. Да, ОД, давай ОД. ОД! Что, блядь? Так, кого? Да это нереально! Да это нереально! Это нереально! Это нереально! Это, блядь, нереально! Это хуйня! Я не верю, я не поверю. Я не поверю в это дерьмо никогда в жизни. Пизду это Т2, блядь, пока она будет год целый, блядь, ломаться. Что я купил, блядь? Что это нахуй? Ёбаный в рот! Это надо, Димон, это от меня. А что? А! Это ты спиздил, да? Шмотки я подорвал, тебе отдал, да. А, да нахуй он мне нужен. А
I need more time. A tool to teach. Нет, знаете, как будто тебя зовут на природу, короче, пошли потусуемся, девчонки будут, все будет супер весело. Ты, короче, там вообще, ну, как бы, трико свои самые лучшие одеваешь, то есть вообще уже готов полностью там. И вот прям приходишь на природу, и тебе говорят, ты шашлыки жаришь, короче, сори. Ты такой, нет, не хочу, бля, а там вот чел на фантомке уже просто набухался специально до такого состояния, что он не сможет уже шашлыки жарить. Я уже бухой, я уже не могу жарить шашлыки. И типа ты должен просто на пятой позиции шашлыки жарить, я ебал в рот. Поэтому лучше всегда самым первым набухиваться на ФП. Пришел, зашел в игру на тусовку, набухался на ФП пик. И все, как бы, к тебе никаких претензий, да? Он же пьяный, блядь, что с него взять?